А знаете, люди, где пески поют, а деревья танцуют? Да у нас, в России, в Калининградской области. На 100 километров вдоль берега Балтийского моря тянется заповедная Куршская коса. Сосны на ней изогнулись, как в танце, а дюны звучат под морским ветром. А комаров, которым 40 миллионов лет, вы видали? Здесь их сохранил янтарь. Под Калининградом этого солнечного камня добывают больше, чем где бы то ни было на планете. Раньше Калининград назывался Кёнигсбергом. В нем провел всю свою жизнь философ Иммануил Кант, мудрец с мировым именем. Калининградская область – наш самый западный регион, который с остальной Россией даже не граничит. О как! Границы разные, а страна одна –